Добрий день. Сьогодні я розкажу вам об уксусній угриці на яблучному уксусі. Для розведення уксусної угриці на яблучному уксусі нам необхідно 3-літровий бутильок, який ми обворачуємо чорною бумагою або чорним целлофаном, який можна взяти зі старого пакета. От ми беремо бутильок, закрутили його целлофаном чорним, заклеїли скотчем. И у нас получается такой чехольчик на бутылек. Вот последние штрихи. Заклеили его. Вот таким макаром. Получился у нас затененный бутылек. Потому что уксусная угрица, она не любит света. Теперь мы берем... Наливаем в бутылек яблочного уксуса, который делаем сами, и мягкую воду. Я использую осмотическую воду, где-то 1:1. Вот мы налили сейчас уксуса, и теперь осмотической воды наливаем. Где-то 1:1. У нас немножко уксуса получилось чуть больше, чем воды. Теперь мы берем культуру. И заливаем ее в бутылек. После того, как мы залили, мы берем яблоко, очищаем его от шкурки и маленький кусочек, четвертинку, режем мелко. Вот так порезали ее. Одеваем в чехол его и ставим где-то в ванную комнату. Она у нас там будет находиться постоянно. Вот, теперь через 2-3 недели берем бутылек и 2-литровые банки. Можно пол-литровые, в зависимости сколько надо корма. Содержимое с бутылька процеживаем через капрон, чтобы не попадались большие кусочки яблока. Потом через мельничный шелк или очень плотную материю процеживаем содержимое литровых банок 3-4 раза. За каждым разом промываем червячков в стакане с аквариумной водой. Теперь можно кормить. Но я ее на всякий случай минут 10 опресняю, чтобы не было кислой. А уксусную воду выливаем опять в бутылек. И так каждый раз. Вот мы сейчас раз промыли немножко, червячков высыпали в стаканчик. Теперь второй раз вот берем, промываем. Вот сейчас вы посмотрите, сколько в стаканчике. Этот раз еще больше получается, видите. Каждым разом все больше и больше. Это потому, что, наверное, материя забивается червячками и становится плотнее. И тогда червячков получается больше в материи. Вот сейчас еще разок мы процедим его. Вот видите, еще больше червячков получается. Ну вот в итоге какие у нас получились, корм какой получился. Ну а теперь я расскажу вам, уксусная угрица является хорошим стартовым кормом для мальков. Мелким малькам можно давать через неделю, а крупным можно кормить сразу. Она хороша тем, что долго живет и не портится в аквариумах с мальками, а стало быть, не разлагается и не портит воду. Чтобы запустить культуру уксусной угрицы, я беру 3-литровый бутылек и наливаю в него одинаковые пропорции яблочный уксус своего происхождения, производства. Уксус не должен быть обесцвеченным или ароматизированным. И мягкую воду я использую, осмотическую. Потом
берем четвертинку очищенного яблока. Лучше использовать твердое яблоко, не рыхлое, чтобы оно опустилось на дно. И вносим культуру угрицы. Ее можно взять у любителей аквариумистов или в зоомагазинах. Если нигде не нашли, то ее можно взять на дне винных бочек или бутылей гуще. Это ее место обитания. Она не любит света. Для этого мы после внесения культуры заворачиваем бутылек черной бумагой или целлофаном, одеваем на него черный целлофановый пакет. Потом ставим его в шкафчик или в удобное для вас место. Уксусная угрица хороша тем, что ее можно использовать в течение многих месяцев без ухода. Изредка можно добавлять кусочки очищенного яблока. И чтобы она находилась постоянно в темноте. Это, пожалуй, основное требование к уксусной угрице. В конце ролика вы посмотрите, как малыши кушают угрицу. Пишите в комментариях, пробовали ли вы такой способ кормления малька. И просто оставляйте свои комментарии под видео. Если вам нравится то, что мы делаем для вас, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.